А ты вообще нервный сам по себе, чел? Ну, не знаю, как это понять? Ну, как бы, знаешь, ну, типа, загонистый, склонный к переживаниям, мне тревожный. Кажется, очень. Как бы. Не знаю, почему. Я тоже. Я просто очень много скрываю в себе, не показываю, и из-за этого проблемы какие-то тоже возникают, типа, своего характера. Да, скрытая агрессия, к примеру. Вот я тоже чувствую, что я роговел, прям такой коркой оброс, и вот я говорю, иногда люди воспринимают меня со стороны, что я жесткий тип, там, блядь, тра-та-та. Могу, ну, говорю, как и любой пацан за себя, могу постоять, типа, ну, внутри там пиздец, иногда вулкан, бурление и ну, так далее. Дело. Вот, еще тоже, ну, дохуя чего в жизни в последнее время случается, и прям такое, есть немного такого. Чука дрался последний раз? Слушай, дрался. Махался, когда? Пиздился. Блядь. Зарубался. Блядь. Замес. Накрытие. Вообще не помню. Вот закусывался себя периодически вообще с кем-то. Именно дрался. Слушай, ну в Тюмени, наверное, последний раз. И там я, Гришаня, Будда. И там еще пацаны, типа местные, тюменские, что-то там на набережной как раз-таки, на Тюменской. Вот. Но там что-то ребята на нас прыгнули, вообще не подумав. Вот вроде пиздячиком дали, потом менты подбежали, нас типа разняли и все. И сказали, съебывайтесь, пока не увезли. Все, съебались. Вот. Да не, мне кажется, самый лучший выход из конфликта, это, блядь, когда на словах все, типа. На вот. Самом деле, это факт. Да, когда если тип реально уже неадекватный, он, блядь, просит этого. Но если перец есть, перца въебать. Мне кажется, ему, гораздо типа, проще да. решается. Да, конечно. Не люблю такую штуку. Вот UFC люблю смотреть. Вот мне нравится красота боя, но не именно самому драться.